Да. Где это самое? Обухов. Где ихние трубы? Где штучки? Где-то в ту сторону. Вот то дымит, нет? Нет, то дымит, то украинка. Дымит. Красота такая. Мог бы на островок попасть. И на недельку туда. На островок. Канинское водохранилище. Мы в Озержищево. Стой, стой. Наша первая остановка на пути к Трахтемиру. Так. А вот там находится затопленная церковь где-то. Где-то там. Туда я чуть меньше недели назад ездил как раз. По левому берегу. Сейчас мы по правому берегу Каневского водохранилища. А это ровно напротив, по левому берегу. Вон туда, глянь. Ну вот, пейзажи. Это у нас капище. Да? Да. Вроде как. Ну, статуя. Так, иди туда. Ну вот еще статуя. Это же снег воткнулся раньше. И телефон. Ну что? Посмотри, что тут написано. Медиты, солнце. Мне кажется, это уже более раннее. Это уже кто-то сделал. Да. Да? Солнцеворот. Вот это самая затопленная церковь. Далеко там. Ну и вот сюда видно. При строительстве Каневского водохранилища, которое затопили, потом насыпали остров и подняли фундамент. Сейчас она реставрирована почти. Прямо?
Я думаю, вправо. Или будешь смотреть. Да, с водой тут проблематично. Да, и как эта хрень называется, где мы находимся? Один домик на квадратный километр стоит. У меня вот такая дорога идет прямо через поле. Да, вот так мы из гор выбрались на такую обзорную площадку. А там еще хребет. И это все в Киевской области, на границе с Черкасской. Вот это стела. Это памятник воинам Букринского плацдарма.
Да, блин. Уже ночлег пора искать. 103 километра. На счетчике у нас. За сегодня. Ну, завтра должно быть больше. Наступило утро второго дня поездки. Сегодня будем продолжать гонять по полуострову Трахтемиров. Да, тут мы ночевали. Так, это видно Ходорю. Далеко от Трахтемирова. Ах, и автобан! Дым пошел. Да, тут чуть ли не посреди дороги такой овраг. Не, он был, наверное, посреди дороги, а ты же видишь, объехали. Угу. Смотри, видишь, как идет. Почему мост не построили? Было бы классно. Я, правда, не знаю, ли мы или нам сюда. Еще и 10 тысяч на одометре получилось. Приезжаем в туннель из диких ромашек. Или не диких, или вообще не ромашек.
уже проезжаем в Кленовый туннель. Нет, такой каньон попался нам на пути. Правда, не на самом пути, пересекать мы его не будем.